сегодня мы находимся на 21-м международном фестивале джаза. Пойдемте послушаем, как играют музыку. Гала-концерт — это вообще нечто особенное, потому что почти все участники фестиваля будут играть понемножку, и такой колор, такой коллаж, наверное, интересный вы сможете сегодня увидеть. Я никогда не был в России прежде. Это мой первый визит. В России, в Уфу конкретно. Это лучшее, что могло со мной случиться. Это очень прекрасное место. Я готов гулять по вашему городу днями напролет. Вы в этом уверены? Да, гулял по вашим улочкам и наткнулся на монумент человека на коне. О, Салават Юлаев. Да, там такой вид прекрасный, дух захватывает. У вас прохожие очень дружелюбные. Если говорить о джазе, то самое главное – это, конечно, личности, музыканты, какие-то приглашенные гости, которые украшают фестиваль, которые, конечно, привлекают зрителей.
деятельский интерес. Сегодня мы будем исполнять очень широкий спектр американской музыки. От Фрэнка Синатры будет и моя музыка, которую я написала, и Джастин Тимберлейк, и Рэй Чарльз. Вы услышите самую разную музыку. И я очень счастлива быть в Уфе. Это самая прекрасная музыка в мире. Я вырос на ней. Я слушал Фрэнка Синатра, Рэя Чарльза и многих других. И, на мой взгляд, нет ничего лучше и никого лучше этих ребят. So let's make all
Это первый мой визит в Уфу, и сегодня у меня была возможность прогуляться. Я дошла до парка, увидела вашу знаменитую скульптуру всадника на коне. Она меня очень впечатлила. Мне здесь очень нравится атмосфера. Я очень счастлива, что смогла снова приехать. Just
Наслаждаешься всем этим, всей этой музыкой и этим исполнением прекрасным. Сегодня, да, завершение, наверное, все на сцене, это будет здорово. Да, сегодня гала-концерт. А вы в прошлом году тоже были? Нет, на самом деле я случайно увидел. Я хотел на оркестр симфонический. Но джаз я тоже люблю, поэтому я здесь. Мы приехали сюда по специальному приглашению вашего фестиваля. И сам фестиваль и его организация на высшем уровне. Очень интересны музыканты. Например, вчера мы слушали необычные джазовые композиции на вибрафоне. Здесь очень разнообразная и богатая палитра. Sometimes you feel so happy.
Хотел бы снова вернуться в Россию. О, да, я бы остался тут жить. Что? Да, я бы хотел узнать вашу страну получше, ну и побольше. А что насчет языка? Будете изучать? Да, найти бы кого-нибудь. Ну, я бы смогла. На чем вы играете? На каких инструментах? Я на много чем играю. В основном на струнных инструментах. На гитаре, на укулеле. О, на укулеле? Я тоже. Неужели? Ну да, всего 4 струны. Это очень просто. Очень здорово, что Башкортостан знаменит лошадьми. Поэтому мы надеемся, что у нас будет возможность посмотреть ваших лошадей. Может быть, даже покататься на лошадях. Это было бы очень здорово. Thank you.
на этот фестиваль, обычно на гала-концерт. Это обогащает эмоциями новыми, это продает какой-то импульс. Жить интересно. Мне нравится атмосфера джаза. Я кайфую от этого. Обожаем джазовую музыку. Первый раз в этой филармонии находимся. Ну, впечатление довольно-таки... Дома слушаете? Обязательно, обязательно. Фестиваль, он просто привлекает больше внимания, безусловно, потому что такой сгусток энергии, сгусток людей, и можно посмотреть сразу много всего. Поэтому обычно у меня никогда не бывает сомнений, что люди придут, что будут полные залы, и вот подтверждение последних нескольких лет, что когда так оно бывает. Thank you.
даже не знаю, как это описать, но мне все понравилось. Но больше всего мне понравился гитарист, который в конце был. Stop and say, oh.